ролях Бурак Озчивит, Фахрие Эвджен, Мехмет Азгюр, Элиф Искендер, Эбру Хилваджиоглу, Денис Джалилоглу, Бегюм Кютюк Ешараглу, Гюнеш Хаят, Хюлья Гюльсен, Элиф Сюмбюльсерт, Алптыкин Серденгичти, Аслы Ичязю, Пынар Чеглар Кинчтюрк и другие. Художник-постановщик Нилюфер Айше Чемур. Оператор-постановщик Вейсель Тексахин. Музыка Эсина Энгина и Айтекина Аташа. По роману Решада Нури Гюнтекина. Автор сценария Севги Йылмаз. Производство Teams Productions. Продюсер Тимур Савджи. Режиссеры Чиган Ирмак, Даган Умид Караджа. Королек, птичка певчая. Чего ты хочешь? Кто ты? Мне известно, что ты меня ищешь. Ты? Врач, за голову которого ты объявил вознаграждение. Кимра. На помощь! Не шуми. Спокойно. Спаси Аллах. Чего ты хочешь? Зачем ты пришел? Не бойся. Я не собираюсь играть роль твоего ангела смерти. Я сдамся. Но у меня есть условие. Какое? Тебе придется признать, что мой поступок не грех. Но ведь то, что ты совершил, недозволительно. Если кто-то спас жизнь хоть одному человеку, он спас жизнь всему человечеству. Это же известная заповедь. Ты забыл? Можешь делать со мной что угодно. Хочешь — казни. Хочешь — сгнай за решеткой. Лишь бы мой отец был уверен, что ни он, ни я ни в чем не виноваты. Пусть закончится его страдание. Что тебе от меня нужно? Глаза такие же, как у матери. Ты могла быть моей дочерью. Аллах уберег. Тогда ты станешь моей невесткой. Что? Какой невесткой?
Что это значит? Это невозможно. Решение нельзя изменить. Можно. Если ты захочешь, решение может изменить только твое слово. Безнадежные болезни превратятся в излечимые. Вот что удумал. Только разреши, и запрещенные опыты станет ставить любой человек. Мы врачи. Мы никому не желаем зла. Мы поклялись спасать человеческие жизни. А мы, Кади, поклялись сохранять порядок. Ты горько пожалеешь о своем поступке. Беляль, на меня напали! Шш, на помощь! Не кричи! Беляль, быстрее держите его! В дороге! Будешь очень красивой невестой. Наденешь наряд своей матери. Думаю, твоя тетушка все еще хранит его. Если же это не так, а выйдешь замуж в платье, которое я сам шил для твоей матери много лет назад. У вас и размер почти сходится. Этому не бывать. И не проси меня, я не могу. Ты осознаешь, что говоришь? Я не сжалюсь. Не успеешь моргнуть и глазом, как я сдам Камрана. Это твой выбор. Ты сама решила. Камран почти добрался до корабля. Полагаю, мой долг сообщить об этом властям. Пусть они схватят его и казнят. Стой! Стой! Подумала? Ты все-таки выйдешь за моего сына? Выйду. Все сделаю, как ты скажешь. Так-то лучше. Мудро. Давай. Поплачь волю. Уверен, скоро у тебя не будет поводов для слез. Мой сын тебя любит. Я не сомневаюсь, что вы будете счастливы. Поэтому не стоит так убиваться. Вы с Селимом отлично подходите друг к другу. К ужину, мадемуазель Валес. Спущусь, сестра. Но сначала распакую чемодан. Займетесь этим после ужина. И девочки вам с удовольствием помогут. Ступайте быстрее, а то опоздаете. Хорошо. Мадемуазель Фериде. Ты такой? Я прошу тебя, не бойся, мне всего лишь... А я и не боюсь, вот еще. В таком случае замечательно. Ты могла бы помочь мне кое в чем. Дай-ка подумать. Ты хочешь, чтобы я передала письмо или весточку одной из девушек, я так понимаю? Что-то вроде того. Ты знакома с Фариде? Ну вот, опять это Фариде. За 2 часа, что я здесь, я уже выучила ее имя. В пансионе только и говорят, что об этой девушке. Она знаменитее, чем героиня пьес. И какое-то нелепое прозвище Королек. Просто с ума можно сойти от этой трескотни. Фариде то, Фариде это, раздражает. Да замолчи ты уже.
Пожалуйста. Извини, что вспылил. Похоже, что в пансионе ее в данный момент нет. Куда она отправилась? Помоги. Мне необходимо сегодня с ней увидеться. Или лучше мне попросить других ее одноклассниц. Нет, королька. Охотники подстрелили. Вот одежда. Если увидишь ее, то передай, что ее шкаф и кровать отныне мои. Пусть эта птичка больше не залетает в школу. Ее место теперь мое. Адьё. Как видишь, все, чего я хочу, это вашей свадьбы. Я, как и любой отец, желаю счастья своему сыну. Но со мной твой сын никогда не будет счастлив, поверь. Зачем так категорично? Селим получил великолепное образование, поэтому он ищет невесту под стать себе. Вы друг другу подходите, очевидно. Как же ты жалок. Отыгрываешься на мне за свои неудачи. Ты что, так и не понял, что насильно мил не будешь? Однако свадьбу можно сыграть и без любви. Скрепим наше соглашение. Сперва я должна быть уверена, что Кимран спасся. Где гарантии, что все закончится благополучно, а? Он должен уехать. Осталось подождать 2 часа. Вот когда они пройдут, пусть напишет, что все в порядке. Не пытайся провести меня, ты упрямая девчонка, не надо. Кимран мне должен дать знать, что он здоров, что за ним нет погони. Только тогда я стану женой твоего сына. Я ждал 1/4 века. Подожду еще немного. А будешь сопротивляться, я силой своего добьюсь. И пострадают очень многие. Что ты делаешь? Поставь свою подпись. Моя подпись не имеет никакой силы. Распишись, остальное уже мое дело. Я приставлю к тебе одну хатун. Она будет повсюду тебя сопровождать. Распишись. Повторяю в последний раз. Распишись, а то Кямрану... Замолчи, я согласна. Умница. Повозка ждет у дверей. Выхожу. Не оставляла бы ты меня на произвол судьбы. Не говори так, Миневер. Мне ведь тоже очень тяжело. Ты мне как родной человек. Тогда почему же мы теперь расстаемся? Подождем, когда эта буря утихнет. Тогда ты снова станешь жить со мной. А Кямран Бей не против? Разумеется, нет. Кямран сделает все, чтобы меня порадовать. Ладно, сейчас все отдыхают, проверила? Да, все в своих комнатах. Идем. Да поможет нам Аллах. Ты. Возвращаюсь домой. Так поздно? Проявляешь, наконец, обо мне заботу? Если бы ты не передавала каждую сплетню матери, то мне бы не пришлось покидать особняк в ночное время. Из-за тебя бы Сима ненавидит меня. Что ж ты должна была об этом подумать, прежде чем вскружить голову моему брату? Эгоистка, ты занята исключительно собой.
Хочешь связи королька с Кямраном, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным? Но знай, дорогая моя, Кямран никогда не оставит меня. Можешь затолкать королька к нему в постель. Он к ней даже не прикоснется. Он и она никогда не будут вместе. Так что не вмешивайся в чужие дела, а лучше подумай, как тебе завоевать своего Бея. Скорей, у тебя мало времени. Мюнивер отличная сваха, так что учти, если что. Ведь это вещи моего брата. Мой раненый лев, счастливого тебе пути. Ты идешь к моему брату. Вы собираетесь бежать вместе. Не глупи. Отпусти меня. Не отпущу. Неджмия, пожалуйста. Ты сама же вредишь своему брату. Он отправил мне весточку с корольком. Если меня не будет, он не уедет. Госпожа. Папа? Казалось, что мама не разрешит. Ты сегодня спросила меня, что такое Кюльбе и Арзан. Кюльбе и Арзан – это дом печали, непоседа. Крохотный домик, в котором Якуб, потеряв своего сына Юсуфа, плакал не переставая. И в конце концов ослеп. Аллах милосердный, что же мне делать? Кямрана еще нет. Лишь бы все удалось. Вряд ли он уедет, не попрощавшись с нами. Пусть даже и захочет, уже некогда прощаться. Он едва успевает на корабль. Думаю, мне пора вернуться в пансион. Я ведь смогу найти Фаэтон в это время. Эшдер тебя отвезет. Здесь.
Давайте быстрее! Корабль готов к отплытию! Капитан не может больше ждать! Живее, живее! Эфенди, я супруга Кемран Бея, врача. Вас должны были предупредить насчет меня. Предупредили, это так. Однако твой юный Бей до сих пор не пожаловал. Я уверена, он придет. У нас нет времени ждать. Он просто немного задерживается. Нам пора отчаливать. Берите. Они очень дорогие. Подождите еще немного. Хорошо. Живей, живей, живей! А тебе здесь что надо? По-твоему, кто договорился насчет корабля? Держи его! Стой! Держи! Не уйдешь! Не с места! За ними! А ну стоять! Фариде! Садись скорее! Они убегают! Быстро за ними! За ними! Быстрее! Прошу, останови корабль! Твой Бей не придет. Какой в этом смысл? Никакого. Девчонка обманула нас. Ничего не понимаю. Как же это? Хотела посадить тебя на корабль и отправить в далекие края. А сама задумала стать женой Кемрана. Не могла она такое замыслить. Считай, как хочешь. Именно королек захотела, чтобы я нашел корабль. И что в итоге? Вместо Кемрана здесь стоишь ты. А Кемран даже ничего не знает о корабле. Он отправил мне весточку. Сказал, чтобы в 10 часов я была здесь. Он просто опоздал. Или с ним что-то случилось. Уверен, что Фариде отправил это письмо. Давай договоримся. Тебе достается Кемран, мне девушка. Правда... Фариде и так у меня в руках, поэтому я могу быть спокоен. Однако, не хочется, чтобы Кемран путался под ногами и мешал моим планам. У меня нет желания и дальше слушать твои глупости. Давай друг другу поможем, Нариман Ханым. Каждый получит, что хочет. У меня уже есть то, что я хочу. Кемран и так мой. Интересно, Нариман вернулась домой? В наш особняк, если точнее. То есть? Знаешь, тетя Басиме решила переждать вместе эти трудные дни. Славно. Знал, что мама примет ее. И ей ничто не угрожает. Теперь надо подумать, как отвезти тебя в особняк. Позаботился бы лучше о себе. И все думают, что я в школе. Вранье ты освоила лучше, чем что-либо другое. Как бы это ни стало твоей профессией. Я лишь хотела проститься с тобой. Но ты совсем не разбираешься в душевных тонкостях, так что вряд ли поймешь. Знаю я эти тонкости. Я ходил в особняк. Ты говорила, что отец мной гордится и одобряет мой побег. Одобряет. Ведь он же сам об этом сказал. Верь, это так. Неправда. Ты опять обманула меня, Фариде. Он и не взглянул на меня. Сказал, что Аллах простит. Мне хотелось сделать как лучше.
Разве тебе не все равно? Разумеется. Ты даже и представить себе не в состоянии, насколько все равно. Останови, я спрыгну. Фарида. Останови, говорю. О, Аллах. Фарида, Фарида, постой же. Куда ты? Не твое дело. Послушай, не выводи меня из себя. Я едва сдерживаюсь. Кямран, кто кого выводит из себя? Ты же сам рискуешь. Тебя схватят и убьют. Из-за тебя мы все испереживались. Что ты делаешь? Там, куда я собирался, нет тебя. А я не успокоюсь, пока не поссорюсь с тобой. Мне совсем не смешно. А мне смешно, и это главное. Тебя разыскивает Кади, а ты стоишь передо мной, смеешься и шутишь. Что нам теперь делать? Скажи. Получается, я напрасно старалась, да? Вместо того, чтобы быть со своей возлюбленной на корабле, ты тратишь время здесь. Зачем ты пришел? Невероятно, как сильно ты хочешь от меня избавиться. Но я заметил, что ты ревнуешь меня к Нариман. Какой же ты дурак, Кямран. Дурак. Фарида. Иди, и пусть тебя съедят волки. Местные волки очень любят кушать корольков. Эй, ну хватит, иди сюда. Сама напросилась. Пусти! Кямран, пусти меня! Пусти! Он не пришел. Я боюсь, его арестовали. Папа! Сайфитинбей, не надо. Что происходит? Папа, куда ты? Что-то с братом? Узнаю в полиции, есть ли новости о Кямране, Неджмия. Но, папа... Ступай в дом, не мерзни. Папа, я возьму накидку и пойду с тобой, очень тебя прошу. Нечего тебе там делать, иди ложись. А лучше побудь сейчас с матерью. Ступай, поддержи ее. Как скажешь. Не думай, что папа открыл тебе дверь, потому что он одобряет твои отношения с Кямраном. Он сделал это только для того, чтобы его сын спасся. Поэтому не смей считать себя одной из нас. Отпусти меня! Сейчас же отпусти! Чш. Отпусти меня! Давай, давай. Кричи, чтобы нас заметили. Где Фариде? Мне-то откуда знать? Не лги мне. Ее нет в особняке. Как оказалось, в пансионе тоже. Отвечай, где она? Сейчас же! И для этого ты вызвал меня посреди ночи? Помнится, ты собирался провернуть какое-то дело. Это так. Но все сорвалось. У меня есть новость. Фариде и Кямран сбежали со стоянки балагана. Сбежали вместе? Я собирался избавиться от Кямрана и сделать так, чтобы она стала твоей. Однако, Кямран не пришел к Нариман. Я узнал от артистов. Эти двое сбежали. Кямран и Фариде.
сейчас же! Отпусти! Кому говорю? Дождешься ты у меня потом! Отпусти меня! Идем. Павлин! Отец, ты не хочешь смотреть на меня? Сказали. Ничего. У них нет вестей. Они его не нашли. Хвала Всевышнему. Значит, он сбежал. Да, это Аллах. Идите ложитесь. Спокойной ночи. Что будет, если ты заболеешь? Ведь здесь нет учителя Лазара. Со мной сыграли злую шутку, Миневе. Кто сыграл? Королек. Я не верила, что это правда. Пока Сайфитин Бей не пришел из полиции ни с чем, Левент Эфенди оказался прав. А где ты видела Левент Эфенди?
И что он сказал? Мы встретились в гавани. Он подыскал корабль. Как же так? Кямран и Левент Эфенди друг друга терпеть не могут? Они друг друга не переносят. Но Кямран не знал о корабле. Это Королек придумала. Да? Зачем ей такое понадобилось? Чтобы отнять Кямрана. Она собиралась избавиться от меня, посадив одну на корабль и отправив подальше отсюда. Вот же злодейка. Если Кямран Бей узнает об этом, он ей ноги переломает. Я разберусь с ней раньше него. А как она улыбалась? Да еще и говорила спасибо своим невинным голоском. И это обернулось злой шуткой. Ты только посмотри, вот змея. Но моя госпожа ведь не оставит подлость королька безнаказанной. Здесь ходит. Кис-кис. Ты чего-то испугалась? Вовсе нет. Хотела узнать, как ты тут устроился. Угу. Ну иди же сюда, садись. Иди сюда, сядь. Сесть рядом? Да. Здесь сейчас, как в том доме. В каком еще доме? Кюльбей и Ахзан. В той хижине, где Якуб, потерявший Юсуфа, затворился один. И лил по нему слезы, пока вконец не ослеп. Дом скорби. Хижина отчаяния. От нас зависит, будет ли эта хижина домом скорби или домом радости. Только ты, конечно же, меня не послушаешь. Будешь трепать мне нервы и превратишь дом в палату для сумасшедших. Ну уж нет, чтоб не провалиться. С этой минуты я не скажу ни слова. Это ты превратишь дом в палату для сумасшедших. Нет никаких сомнений. Как же жалко, что у меня здесь нет семечек. Я тихо сидела и грызла бы их, глядя на тебя. Из-за моего молчания ты лишишься рассудка. Будешь умолять меня, Фариде, скажи хоть слово. Тебе станет тошно от тишины. Вот только меня ничто не разжалобит, я буду молчать. Хоть на колени вставай, я все равно не пророню ни слова, вот увидишь. Тебе уже не нужно молчать. У меня от этих разговоров и так появился нервный тик.
Потерявшийся Юсуф найдет путь в родной дом. Дом печали превратится в розовый сад. Верь. Сафиддин эфенди, слышал бы он нас. Ему такие истории по вкусу. Но вернется ли Кемран на самом деле? Наступит ли этот день? Я жив, но со мной простились навсегда. Не знаю, что готовит мне будущее. Увидим. Я отвезу тебя в пансион. А ты? Хочу прогуляться на рынок. Ты не должен там появляться. Надо увидеть Селима. Если ты хочешь что-то сказать ему, то скажи мне. Потом я передам ему твои слова. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были новые проблемы, Фарида. По моей вине ты и так в беде. А вдруг тебя схватят? Ты очень рискуешь. Так и случится. Но до этого я должен успеть кое с чем разобраться. Что значит «так и случится»? Кемран, прекрати говорить загадками. Что у тебя на уме? Не надо тайн. Фарида, хватит разговаривать. Идем. Нет, ты скажешь. Ее имя Фарида. Она его родственница. Где можно найти ее? Насколько мне известно, она учится во французском пансионе. Если вы ее не найдете, то приведите всех, кто знаком с Кемраном и с ней, сюда. Позвольте, эфенди. Что? Вы назначили вознаграждение. Когда я смогу получить его? То есть? Разве беглецы здесь? Они пойманы? Нет, еще нет. Я поторопился. Извините, эфенди. Фарида, сейчас же отойди от двери. Я хочу уйти. Ты не можешь. Я не разрешаю. Опасно туда ходить. Не пущу. Зачем мне оставаться? Что я буду здесь делать? Думаешь, если я буду сидеть сложа руки, все разрешится само собой? Нет, никто и не говорит об этом. Но твой ход глупый и непродуманный. Что может быть глупого в желании увидеться с Селимом? Почему ты считаешь неразумной встречу с докторами, которые поддерживают меня? Откуда тебе знать, что кто-нибудь из них тебя не выдаст? Наше собрание будет тайное. Я увижу своих соратников. У нас было 8 случаев чумы, когда я оставил дела. Я дам врачам рецепт, который им так нужен. Если они не испугаются и отнесутся к рецепту серьезно, я предложу делать переливание крови. Нет господина у непокорного. Он может все. Но ты один такой смелый. Не в смелости здесь дело. А в человеческой жизни, в нашем долге. Пусть так. Мне понятны твои мотивы. Но скажи, зачем ты потом хочешь сдаться? У меня нет объяснения. Глупость, да и только. Совершенно не нужно это. Ради спасения своей жизни. Я не имею права рисковать чужими. Я должен доказать, что невиновен. Что я не отбрасываю темную тень на все, что находится вокруг меня. Забудь. Пусть люди считают, как им вздумается. Зачем тебе стараться кому-то что-то доказать?
Мне не безразлично, что думает обо мне мой отец. Чтобы люди поверили в мою искренность, придется сдаться. А если люди не поверят тебе, что тогда? Камран, ты хочешь казни? Кади вынес приговор. Мне важно, что мой отец вынес мне приговор в своей душе. Бесиме. Бесиме, Хане. Где мой мальчик? Он никогда больше не придет. Красиво чирикает. Нравится непоседа? Эта птичка обманщица. Она прикидывается раненой. Ее называют козадоем. Птица, обманувшая пастуха, и знаешь почему? Потому что она очень любит разыгрывать людей. Летит она, летит, и вдруг видит путника. Она перед ним приземляется. Путник подходит, и она улетает у него из-под ног. Что поделать, таков уж у нее характер. Есть легенда. Однажды птичка Козадоя заключила сделку с волком, потому что волк собирался полакомиться ее птенцами. Она сказала: «Любезный волк, не ешь, пожалуйста, моих птенцов. Я могу устроить для тебя богатое пиршество». Волк спросил: «И как же ты его устроишь?» «Увидишь». И вот они вместе подкрались к пастуху овец. Волк затаился. А птичка начала играть с пастухом. Все дальше и дальше, уводя его от овец. Сядет, взлетит, сядет, взлетит. А пастух так и носится за ней по лугу. Ну и отдалился от своего стада. А волк немедля устроил себе пир, скушав всех овец. С тех пор в народе козадои называют птицей, обманувшей пастуха. И все это ради птенцов. Героиня. Спасибо. Доброго вам дня. Ешьте на здоровье, деточки. Спасибо. Пойдем. А вдруг птичка ранена? Что, если это никакое не притворство? Что-что, Фарида? Ай, Кямран, твое лицо так похорошело, когда платок его закрыл. Так и ходи в нем до конца своей жизни, тебе очень подходит этот наряд. Ты в нем как оборванец. Нахалка. Бродяга! Доброе утро. Можно? Разве это не вещи королька? Мне неизвестно, как сложится судьба Кямрана. Будем мы с ним вместе или нет? Не понимаю, почему он все это время не искал меня.
не спрашивал обо мне. Что с ним? Ему сейчас очень нелегко, госпожа. Вот спасется он, дай-то Аллах. А вдруг не спасется? Я останусь одна, одинешенька, Минивер. У нас есть всего пара колец, чтобы сдать на продажу. Да и те тонюсенькие. Для меня единственное спасение – заполучить фамилию Кямрана. Как бы я хотела родить ему ребенка. Меня зовут вдовой Нариман сейчас. Но я бы стала женой Кямранбея, вдовой Нариман. Не отчаивайся, госпожа. Может, все еще изменится. Мы найдем себе другого Бея, да? Дело ведь не только в деньгах, Минивер. Мои душа и тело принадлежат ему. Извини, госпожа. С ним что, не как с предыдущим? Нет. В этот раз все иначе. Тебе бы сейчас принять ванну, госпожа моя. Сразу станет легче. Пойдем, я тебе приготовлю. Не нужно. Искупаюсь дома. Послушай, ты снова все преувеличиваешь. Это все из-за королька, так ведь? Из-за нее в том числе. Для того, чтобы расквитаться с ней, я должна вернуться домой. Здесь я не могу действовать. Да и вдруг придет Кямран. Советую остаться. Особенно теперь, когда Сайфетин Бей знает о ваших отношениях. Это замечательная возможность. Теперь ты сможешь увереннее держаться среди них. Им придется с тобой считаться. К тому же, нам здесь очень даже спокойно. Вовсе не спокойно, уверяю тебя, Минивер. В этом доме живет мой возлюбленный Кямран. Но его мать и сестра словно обезумели. Они меня ненавидят из-за королька. Все против нашего счастья. Но если мы уйдем, то они добьются своего. Это еще неизвестно. Главное привлечь на свою сторону Сайфетина и Фенди, остальное неважно. Как именно? Можно сыграть в униженных и оскорбленных, Минивер. Не забывай об этом. А, видать, она не выспалась или всю ночь проплакала. Ну, иди сюда, дорогая. Прошу, не прикасайся ко мне, Дильберг Алфа. Я хотела обнять. Нет, не нужно. Мама еще не проснулась? Твой отец с ней. Получается, это лекарство так на нее подействовало? Давно она уже так крепко не спала. Усыпили до потери сознания. Селимбеем бы посоветоваться. Нет, нет, не надо беспокоиться. Вчера учитель Лазар сказал, что это довольно-таки сильное успокоительное, поэтому она так крепко спит. Если бы у вас была хоть капля совести, вы бы покинули этот дом, как только встали. Вот только где уж? С таким бесстыдством вы бы добрались до самой Физаны. Ах, Наджмие. Она всем жизни не дает. Мне с ней ужасно плохо. Чего это ей плохо? Я не знаю. Не знаю, что делать. Она совсем из ума выжила. Хоть удавись. Просто невыносимо. Ты о Нариман говоришь? Да. Она знакома с твоим Беем. С каким Беем? Которого она любит? Пусть. Мне-то какая разница? Она хочет сказать кое-что Сайфетин Бею. Сообщить ему, что королек тайно встречалась с тем, кого ты любишь. Представляешь, что скажет твой отец? Я сомневаюсь, что ему это понравится. Я ответила, что это клевета на королька и жестоко по отношению к Неджмие, но она меня не слушает. Она моя госпожа и очень много сделала для меня. Но если она не права, я не могу молчать. Я человек честный, поэтому сказала ей, что не хочу быть связанной с этим делом. Я так решила. Красавица Неджмие, будь осторожнее. Постарайся не злить госпожу. Аллах, Аллах. Сперва пойду в пансион, навещу Фариде. А затем отправлюсь в участок, узнаю, есть ли новости. Но ты уже там был ночью.
Придется теперь часто туда заглядывать, Бисимеханым. Сегодня ночью, пока ты спала, я случайно кое-что узнал. У нашего сына тайная... У нашего сына тайная любовная связь с вдовой. Ты знала? Она долго прикидывалась моей подругой, чтобы быть поближе к нашему Кемрану. Она воткнула мне нож в спину. Из-за нее рушится жизнь Кемрана Сейфитинбей. Однако ее дом забросали камнями из-за твоего сына. А вчера вечером он передал через Фариде весть, что собирается уплыть с Нариман. Что? Когда это было? Когда ты выпила лекарство. И что, ему удалось бежать? Нариман Ханым вернулась. Твой сын не пришел. Значит, он держит связь с Фариде. Отвези меня в пансион, Сейфитинбей. Пусть Фариде расскажет, что с Кемраном. Может, она устроит нам встречу. Я собираюсь навестить Фариде как раз по этой же причине. Вот скажи мне, Бисимеханым, разве так можно? Имя этой женщины у всех на устах, а твой сын собирается бежать с ней. Его отношения с Нариман – это лишь легкая связь, про которую уже скоро все забудут. Или он считает эту женщину своей супругой? Моего мальчика эта женщина не стоит. Покарай меня, чума, если я ошибаюсь. Кемран, я не хочу уходить. Ступай. Иди, Фариде. Иди. И помни, о чем мы с тобой говорили. Поговорим, Нариман? Нам не о чем говорить. Тебе хочется, чтобы Селим был с корольком, не так ли? Селим, значит? Вы разыграли это, чтобы узнать его имя? Ну, держись! Неджмия, не смей! Она не виновата. Неджмия обрела мою хозяйку кипятком. Что? Я все своими глазами видела. Разве она не говорила, что обожжет мою госпожу? Конечно, она же хозяйка. Вы заступаете за нее. А мы здесь никто. Сколько мы уже натерпелись в этом доме. Вы совсем не боитесь Аллаха, бесчеловечные люди. Что ты такое говоришь? Разве мы... Все закройте рот. Ждите снаружи. Папа! Выйдите! Пошли. Сейчас, моя госпожа. Погоди, дай-ка мне взглянуть на твои ожоги. О, как Вставай-ка. Же мне больно, Бисимех. Это не я. Папа.
Папа, я этого не делала. Могу поклясться священным писанием. О, Всевышний, и ты допускаешь подобное? Как вы посмели разыграть это? Почему ты это делаешь, Наджмия? Мы с госпожой так сильно любили тебя. И все равно будем. Мы не из тех, кто станет таить зло. Но Аллах-то все видит. Смотри мне в глаза, когда я говорю с тобой. Твой брат доверил тебе заботу о Нариман, а ты делаешь все, чтобы разлучить. Да что же это вы за люди такие? Вы, да какие же вы обе гадины! Хватит! Папа! Если кто-то из вас знает, где сейчас находится дочь Низаметина Фариде, пусть сообщит об этом в полицию. У того, кто утаит информацию, будут неприятности. Итак, если кто-то готов ответить... Неприятности? Как это понимать? Угрожаете моим ученицам? Ханым, не усугубляй ситуацию, ладно? У нас приказ, который надо выполнять. Все, кто возьмутся помогать этой девушке, тоже будут наказаны. Не ждите снисхождения! Надо срочно сообщить Фариде об этом. Я хорошо ее знаю. Эта девушка вовсе не обидит. Какая не могу поверить, что она надо в чем-то найти. Виновата. Фариде? Я немного вздремнула и видела сон. Там была ты. А еще... Была я, была тетя Басиме, и был дядя Сайфетин. Мы ходили на пикник. Кямран был тоже. Вдруг вижу, что я стою за руку с ребенком. Девочкой спрашиваю имя. Мунисе, отвечает она. Девочку звали Мунисе. Это была наша дочь Кямрана и моя. И тут вдруг появилась птица, обманувшая пастуха. Фариде, в пансионе полиция. Я собиралась идти в особняк, предупредить тебя. Полиция разыскивает тебя из Кямрана. Говорю вам, здесь никого нет. Спальня пуста. Вы совершенно напрасно применяете силу. Я подам жалобу в суд. Вам нельзя сюда заходить. Мишель? Назо, у меня все еще жар. О, моя дорогая Мишель. Мне очень плохо, сестра. Я вся горю. Ступай, не на что здесь смотреть. Я знаю, ты меня не любишь, Фариде. Но полюбишь. Ты просто этого не знаешь. До поры. (Клышко)
Я проводил опыты, и у меня пациент с больным сердцем. Что привело вас ко мне? Кадий сегодня же желает тебя видеть. Тебе придется рассказать все, что ты знаешь о Кямране. Хорошо. Дайте мне минутку. Я должен привести вещи в порядок. Идем. Селимбей только что ушел. Сегодня он уже не принимает. Их нет. Фериде, выходи. Интересно, они направились в особняк? Даже если нет, они все равно его не минуют. Фериде, где ты укроешься? Может, у нас папа тебя спрячет, если хочешь? Придумаю что-нибудь. Не волнуйтесь за меня. Сейчас мне надо постараться как-то отсюда выбраться. Что это? Мои вещи, куда они подевались? Это все проделки новенькой. Надо слегка сломать ее острый носик, а то задрала. Получается, мое место заняла она? Пусть. Так даже лучше. Тогда я возьму все, что мне нужно. О, французский шоколад. Что ты делаешь? Не трогай мои вещи. Значит, ты и есть королек. Да вы что? Отпустите! Удачи тебе! Давай, быстрее! Иди. Мишель! Она собирает вещи. Поедет к себе. Пусть Джумалы отвезет ее. И проверяет, как она каждый день. Ее дом забросали камнями из-за нашего сына. Мы должны помочь этой вдове. Хорошо, но только из чувства человечности, а вовсе не ради сына. Только потому, что эта женщина попала в беду. Не торопись надевать пиджак свекра. Может, у них это скоро закончится. Ничего, я и не думал надевать Бисимеханым. Если наш сын полюбил эту женщину, мы должны принять это и тихо ждать. Я не смирюсь с этим, потому что растила своего сына не для вдовы. По-моему, сейчас не время спорить, Бисимеханым. Неизвестно, куда ушел Кямран, сыт ли он и есть ли ему где укрыться. А мы сидим и привлекаемся из-за того, что сейчас не так важно. Мои мысли о милосердии, твои о невестке, а дочь думает о Фриде. Кадий грозит виселицей. Неизвестно еще, доживет ли наш сын Кямран до вечера. Нас уважают уже не так. Ты ведь не знаешь, как со мной обошлись на рынке. Как смотрят на меня на улице знакомые. И как на похоронах Адема мне не дали даже горсточку земли бросить в его могилу. Если бы знала, ты говорила бы по-другому. Ты ведешь себя, Снариман, еще хуже, чем люди ведут себя по отношению к нам. Хоть я и не одобряю отношения Кямрана с этой женщиной, он ее все-таки любит. Грешно ругать ее, Бисимеханым.
У меня нет иного желания, как знать, что Кемран спасся, что он жив и здоров. Минует опасность, и пусть женится на той, которая ему по сердцу. Он венец на моей голове. Без него я перестану уважать себя. Пошли, Аллах, добрые вести. Добрый день. Фариде, дочь Незаметина, здесь живет? Но она в пансионе. А в чем дело? Она скрылась с доктором Кемраном этой ночью. Что? Кадий вызывает вас всех для допроса. Собирайтесь. Немедленно, он ждет. Кади, хазрет Лерида, дарует Аллах вам счастье. Уверяю вас, мой сын Кемран очень порядочный человек. Он невиновен. Пожалуйста, пощадите его. Он пошел на это ради моего спасения. Возьмите меня вместо него, Кади Эфенди. В этот день я лежала больная. Поверьте, мне ничего не известно. Фариде учится во французском пансионе. Я считаю, ей помогли бежать ее подруги. Если вдруг я что-нибудь узнаю, то сразу сообщу вам. Тот, кому известно, где прячутся эти двое, кто умалчивает об этом, покрывает их, оказывает им всяческую поддержку или открыто защищает их в глазах общества, будет немедленно пойман и разделит наказание, которое им полагается. Здравствуйте. Что вам? Могу я увидеть вас, Фебея? Муж уже несколько дней нет дома. Ага. Мне сказали, он собирался уехать к родственникам. Это правда? Нет, он не уехал. И мы об этом знаем. Понятно. Извините, можно стакан воды? Я проделал до вашего дома долгий путь. Готовил пациента к хирургическому вмешательству. Проверил кровь на железо. Удалил селезенку. Взял мазок, когда закончил операцию. Он описал метод, которым я лечил отца. Послушайте, успокойтесь. Поверьте, я вовсе не вор. Уверяю вас, Эфенди, я врач. Мое имя Кемран. Я работаю в больнице вместе с вашим мужем. Вы тот беглец, которого ищут? Что с моим мужем? Что вы с ним сделали? Успокойтесь, прошу вас. Сами! Сами! Что здесь происходит? Это тот доктор, беглец, которого ищут. Подойди назад.
Ну и где мой брат? А? Где он? Мне неизвестно. Не шути так. Ты лжешь, негодяй! Похитил брата, потому что пожаловался на тебя. Ты об этом пожалеешь. Где мой брат, а? Спокойно. Послушай. Перестань на меня бросаться. Мне неизвестно, где твой брат. Тихо. Почему он в теплице? Он ослабил веревки, чуть не сбежал. Я поймал его и вынужден был привести сюда. Браво! Ты абсолютно правильно поступил. Не мог найти более безопасного места. А вечером я уведу его, не волнуйся, Селим. Он еще говорит мне, не волнуйся. В больницу заявился Кимран, вдруг он и сюда придет. Запри дверь и закрой окна. Потерпи до вечера. Выбора нет. Накрой ему голову, чтоб не смотрел. Послушай, друг. Здесь что-то недоброе творится. Давай, напряги свою память. Если ты скажешь, с кем виделся твой брат, и от кого он получил информацию, что в бумагах, тогда у нас появится шанс выяснить, что с ним случилось. Ты понял? Не помню. Если что-нибудь увидишь или услышишь, то сразу к тебе, разумеется. Буду. Где ты прячешься? А? Я туда приду и зарежу тебя! Не вставай. Ясно? Значит, Кямран приходил в больницу, да? Зачем он явился? Что сказал? Ты разузнал, где он прячется? Нет. Поговорить не вышло. Я шел с конвоем. И ты не сказал этим людям, что Кямран здесь? Ну, конечно. Чтобы мое предательство сразу раскрылось. Если бы его поймали, это не имело бы никакого значения. После такого Фериде на меня бы не взглянул. Да ладно тебе, Селим. У меня в руках ее подпись. Надо, чтобы Кямран не путался под ногами. Я в особняк. Вдруг он туда заходил или зайдет. Когда вернусь, пусть этого здесь не будет. Фериде тоже придется понести наказание. Это как решит Кади. Будет наказан тот, кто скрывал от полиции, что он знает, где прячутся эти двое. Подругам никто не поможет. Как они тогда выдержат Сифитин Бей? Мне всегда хотелось, чтобы они стали парой. Я так соскучилась по ним. Мама! Я присяду.
Почему у меня никого нет? Хвала Аллаху, у тебя есть мама и папа, Наджми. И мы, конечно. Верный Джумалы Эфенди. Твой брат Фериде. Но никто никогда меня не пожалеет. Фариде, что ты здесь забыла? Почему перевязана рука? Что произошло? Сперва ответь на мой вопрос. Зачем ты здесь? Почему не в пансионе? Кемран, я здесь не по своей воле. Меня тоже ищут. Им стало известно, что мы вместе сбежали. Поэтому они явились в пансион, чтобы расспросить меня. Только этого не хватало. Не было печали. Ты так и будешь здесь стоять? Входи. Похоже, твоя встреча прошла неплохо. Как видишь, очень плодотворно. Как много крови. Больно? Прошло, прошло. Прошло ничего серьезного. Кто тебя так? Неужели твои же коллеги-врачи? Фариде, как только я хочу, чтобы ты держалась от меня подальше, ты появляешься. Зануда. Если они были в пансионе, то в особняке и подавно. Все думают, мы убежали вместе. Но ведь так и есть. Ты меня выкрала и заперла здесь. Времена меняются. Теперь дамы похищают кавалеров. Дамы похищают кавалеров. Я спросила у Кадия, может быть, он что-то неправильно понял. Фариде и Кемран сбежали вместе.
Почему они так со мной поступили? Им же будет хуже. Аллах покарает их за это. Хватит разговаривать, лучше помоги мне. Позови ко мне Левента Фенди. Он говорил, мы можем помочь друг другу, посмотрим, что он мне предложит. Госпожа, ты уверена? Как бы эта помощь не вышла нам боком. Ты меня не расслышала? Иди. Да. Я пошел домой к Васфи. Это тот, что на тебя донес? Мы слышали на суде, что он скрылся, так это правда? Родные не знают, куда он пропал. Они думают, что я его похитил. Что? Кэмран, мне это не нравится. Мне тоже. Я видел его последние записи. В них он подробно описывал метод, который придумал я, когда лечил папу. Почему он это сделал? Хотел нажиться, прославиться в Европе, присвоив мои достижения. Именно из-за этого у нас с ним и вышел конфликт. Послушай, его же не было рядом, когда лечили дядю. Как он обо всем узнал? Я сам никак не пойму. Его записи повторяют мои. Это писал врач, я не сомневаюсь. Простой человек такое не запомнит. Получается, кто-то свой помог? Тот, кто работал вместе со мной. Селим. Добро пожаловать. Здравствуйте. Проходите. Вы знаете Уфтаде? Как я могу ее не знать? Она делала для меня лекарства. Как вы, Сифетин Бей? Не очень, сами понимаете. Проходите. Я словно опустошен. Селим Бей сказал, что идет к вам, и я составила ему компанию. Пришла справиться о здоровье Эфенди. Как хорошо, мы очень рады. Лазар Бей и Селим Бей заходят, а больше никто не стучится в нашу дверь, Уфтаде. Все знакомые и коллеги Кямран Бей полностью перестали с нами общаться. А вы, наверное, проголодались? Признаюсь, тетя Бесиме, я не успел сегодня пообедать. Пойду что-нибудь приготовлю. Нет-нет, принесите, что есть. Я бы не хотел утруждать вас. Ну что ты, дорогой, как можно? Меня вызвали на допрос. Кэмран исчез вместе с кузиной? Вы знали об этом? Прошу вас, скажите, что это вы их спрятали, дядя Сайфетин. Мне станет легче на душе, потому что для меня очень важно быть уверенным, что им ничего не угрожает. И для меня, сынок. Больше у меня сейчас нет желаний. Каждый раз, когда стучатся в дверь, я с замиранием сердца жду новостей. Земля уходит из-под ног от страха, что кто-то принесет дурные вести. А, если бы они сообщили о себе, дали знать, что у них все хорошо. Ты не представляешь, как я хочу увидеть сына. Подойти к нему, прижаться и попросить прощения. Тогда моя совесть будет чиста. Сифетин Бей, может, Катине Ханым известно, где они прячутся? Катине? Артистке Катине. Кэмран Бей скрывался у нее какое-то время. Что же ты молчала, Уфтаде? Я не могла сказать, Селим Бей. Где нам искать эту Катину? На карнавале. Недаром вечером его чуть не схватили именно там. Почему ты думаешь, что это Селим? Не понимаю, зачем ему помогать Васфи? Он мог бы использовать собственное имя. Вряд ли это он. Почему ты так в этом уверен? Если бы ты знала, что мы пережили, какие мы с Селимом друзья, ты бы не задавала таких вопросов. Ладно. Тогда только двое остаются. Учитель Лазар и Уфтаде? Невозможно. Не стану скрывать, меня очень радует, что ты способен доверять стольким людям. И ты так делай.
Это пойдет тебе на пользу. Стань к людям добрее. Доверяй их чувствам. Отношению к тебе. Не бойся разочароваться. Не надо. По-другому не проживешь, Фариде. Пусть так. Кому мне посоветуешь доверять? Можешь начать хотя бы с Селима. Йогурт и черный перец не забудьте, как любит мой Кямран. Не беспокойтесь, я в своем уме. Просто хочу приготовить для Селима то же, что готовила для моего сына. Госпожа, сейчас не лучшее время для разговора. У тебя много более важных проблем, но мы должны сказать. Это Нариман и ее серая мышь бесстыдно врут. Аллах свидетель, они обманщицы. Неджмие не виновата. Эта черная вдова взяла чайник и вылила его себе на колени умышленно, клянусь всемогущим Аллахом. Так что же вы мне об этом не сказали? Сайфетин Бей не дал возможности. Неудивительно. Еще бы он дал возможность. Мой сын пожертвовал собой ради спасения его жизни. А он без устали твердил, что тот совершил грех. И вдруг, по отношению к вдове, у него пробудилась совесть. Пусть только минуют тяжкие дни. Получат эти змеи по заслугам. Получат. Ох, как получат. Обещаю вам. Дай выпить нашему гостю. Не спеши. Ты что это? Хочешь напоить меня и провести? Помоги мне найти Кямрана. Я похож на дурака? Но ты предлагал договориться. Предлагал помочь друг другу. Я понадобился тебе только из-за этого? У тебя много связей. Разузнай, что сможешь. Ладно. Зачем? Я заставлю их заплатить за предательство. Как именно? Отравишь несчастных или застрелишь? Ну и ну. А ты способна добиться своего. Берешь одним взглядом. Так ты мне поможешь? Помогу. Но не даром. Сперва найди их, сочтемся. Хорошо, я согласна. Отныне я буду доверять всем людям. Вот только что дальше? Что дальше? Дальше все зависит от их совести. Кямран, теперь куда? Что нам, прятаться здесь до конца дней? Сбежим в Европу. Разве мы можем уехать? Тебе не терпится сбежать со мной, как оказалось. Вот еще придумал. Ничего подобного. Я заметил огонек в твоих глазах. Не выдумывай. Вздор, да и только. Тебе это просто показалось. Фариде, я измучил тебя. Сильно обидел. Ладно. Признаюсь, мне неприятно постоянно видеться с Нариман. Я терпеть не могу твою ненаглядную. Что поделать? Уж не обессудь. Мы же с тобой договорились. Ты обещала ладить с ней. Именно так я и поступала. Я просто не могу понять, что ты нашел в этой женщине. И не сможешь. Ты на это не способна. То есть это так серьезно? Чем ей удалось свести тебя с ума? Что ты улыбаешься? Не скажу тебе. Еще как скажешь. Чему ты смеешься? Скажи сейчас же. Ну, пожалуйста, Кямран.
Если я о любви промолчу, то погибну в то же мгновение. Тебя с первого дня творения и до смерти дышать лишь тобой я поклялся Аллаху Всевышнему. В сердце жгучий пылает огонь, услышь меня. Так я написал Нариман о своей любви. Понятно. Когда-то ты писал такие банальные стишки в своей тетрадке. Но, к счастью, потом ты занялся наукой, и лирика иссякла. С банальных стихов началась наша любовь с Нариман. Она отправила мне конверт с подожженным краем, в котором были мои стихи. Как это все романтично. Мне надо поступить так же. Угу, точно. Но главное не романтика. Нариман – женщина, которая осмелилась полюбить. Сегодня получила два урока. Смелость и доверие. Что по плану завтра, милый, а? Забота. Вот сам ей и учись. Если бы была жива мама, я бы очень хотела увидеть ее. Я бы прибежала домой и сказала: мама, смотри, как я выросла. Глаза Кимрана на меня глядят. Ах, мама, как волнует этот взгляд. Две карих вишни смотрят на меня. Два добрых, согревающих огня. Их теплый свет и манит, и зовет в душе моей, растапливая лед. Боюсь ослепнуть, глядя на огонь. Смотреть, смотри. Любуйся, но не тронь. Я думала о ласковых глазах, когда отца война спалила в прах. Родное имя на сырой плите, все, что осталось бедной сироте. Тогда в душе иссякла воля жить, хотелось мне себя похоронить. И только свет глубоких карих глаз мне был опорой в этот трудный час. А те, кто были с детства мне близки, меня бронили за мои грехи. За что ко мне так этот мир жесток? За что, любя, страдает королек? Сегодня мы закрыты. Мы пришли не на представление, сынок. Ты ведь отец того беглеца, да? Да, он самый. Вы подобрали меня и доставили сюда. Спасибо вам. Мы уже пожалели. Из-за тебя мы в дерьме по самые уши. Извини, конечно, но ты ошибаешься. Если ты по уши в дерьме, это значит, ты ищешь его сам. Что-что? Не надо провоцировать его, Селим. Не обижайся, мусульманин. Вы спасли моего сына, я это знаю. Ничего подобного. Мы не помогаем беглецам. Но его чуть не поймали как раз у вас. Сюда приходит много всяких людей. Я мог бы рассказать о ком угодно. Но с отбросами дела не имею. Вот тебе, паршивец. Так тебе и надо, гадина. Прибавь-ка от меня, храбрец. Ты ведь отец Камерана? Катина с тобой встретится. А тебя не приглашали. Стой тут. Добей его. Я тебе разрешаю. Нам нельзя. Подними мы друг на друга руку, и нас тут же отсюда выкинут. Поэтому я не могу выместить на нем свою злобу. Раз уж ты начал это дело, то разукрась его как следует. Уговорил. Выполню это для тебя. Нет, мне это меньше нужно. Скорее тебе. Он сдал полиции твоего друга.
там? Можно? У меня нет дурных намерений. Не хотел прерывать вас, пока вы музицировали. Сефитин Бей. Похоже, что меня здесь все хорошо знают. Прекрасно, поверьте. Кямран много рассказывал про своего отца. Мы с восторгом слушали его. Кямрана схватили? Нет. Не беспокойтесь. Я пришел сюда, чтобы спросить вас о нем. Вы знаете о нем что-нибудь? Если вы скрываете... Да как же я могу скрывать это от вас? Верю. Извините за беспокойство. Спокойной ночи. Не откажите. Ответьте. Мой сын, что он рассказывал обо мне? Только хорошее. Такой человек достоин восхищения. Выходит, ты врач? Да. У моей лошади что-то с ногой. Со вчерашнего дня начала хромать. И что? Ты не мог бы ее посмотреть? Я что, ветеринар? Нет, конечно. Но твои друзья ее так загнали, что она полностью выдохлась. Фаридей и Кимран? Они сбежали на ней. Когда она вернулась обратно, то упала без сил. Вдруг они ускакали туда, где скалы. И упали с них. Поблизости есть такие участки, каменистые, на которых лошадь могла бы споткнуться? Да. Понятно. Пойдем посмотрим животное, а то вдруг и сдохнет. Слушай, преодолеть такой путь и вернуться обратно, может, эта лошадь запомнила те места, в которых она была до этого, куда она отвезла Фаридея и Кимрана? Сомневаюсь. Даже человек не может найти обратный путь. Не то что животное. Идем, сынок. В общем, накорми и напои ее. И дай отдохнуть 2 дня. Хорошо, спасибо. Ну как, вам удалось узнать, о чем они говорили? Послушай, мы не должны устанавливать здесь свои порядки. Если Кемран завтра попросит у них помощи, думаешь, этот человек ему поможет? Этот нет. Именно он его и выдал. Что было делать? Я не удержался. Кимран мне как брат. Сколько еще повторять, чтобы ты убрал его отсюда? Я не смог подыскать место. Если сюда придет Кимран, посмотрим, как ты запоешь. Жду этого с нетерпением. Эй! Что это ты делаешь? Это я нашел у лошади, на которой они скрылись. Сорт Гунделия из поместья Абрахам Паши или Каид-Хане. Они прячутся у Абрахам Паши. Или в Каид-Хане, я правильно понял? Иди и выясни это. Как скажешь.
Фариде. Если со мной что-то случится... Ничего не слышу. Я тебя прошу. Не проси. Ты постоянно это делаешь. Не проси. Ты, наверное, снова доверишь мне Нариман. Вчера ты говорил, что это для меня будет очередной урок. Не проси. Я все знаю. Возьму на себя заботу о Нариман и стану беречь ее. Но поклянись, что и ты не будешь рисковать. Никогда не забывай моей любви к тебе. Мы что, прощаемся? Мне хотелось устроить их свадьбу. Даст Аллах, устроишь, не плачь. На все его воля. Все образуется. Увижу ли я их снова, этих азарных упрямцев? Конечно, ты их увидишь. Не печалься, все у нас наладится. Так и будет. Неджмея, ты уверена? Ну да. Кади их простит. Оба они вернутся к нам, и мы снова заживем тихо и радостно. Камерон вернется в больницу, Фериде в пансион. Королек, как и обычно, будет приезжать сюда на каникулы. А потом папа и ты продолжите вести себя, как будто Фериде ваша единственная и любимая доченька. Вы станете ощущать радость или беспокойство только из-за нее. Дай Аллах, у вас не будет забот, кроме как о ее здоровье и счастье. Так же, как оно и было всегда. Почему вы ко мне так жестоки? Нариман, эта гадюка клеветал меня перед всеми, мама. А ты меня не защитила. У меня все еще горит щека от пощечины отца. Подуй ты на нее, и все бы прошло. Но ко мне ты очень несправедлива. За что? А? Почему ты любишь только Кямрана и Фериде? А Наджмия вам кто? А? Кто она такая? Ее для вас словно и нет. Она для вас как уличная собака, вы ее совершенно не хотите замечать. Да как же это так? Да что ж ты такое говоришь, милая моя? Слова, которые ты так не хочешь слышать. Уверена, мама, Кямран вернется, королек тоже. Но вас с отцом я никогда не прощу. Наджмия! Пойду помогу домашним приготовить ужин. Не буду рассиживаться тут, как принцесса. Почему мы прощаемся? Фариде, ты едешь в Текердак. Остановишься у тети Айши. Я не поеду. Разве ты не соскучилась по кузине? Mm-mm. Фариде, можешь хотя бы раз не перерекаться со мной? Если я отправляю тебя в Текердак, значит, так надо. Селим отвезет тебя. Нет. То есть... Если ты тоже поедешь, я не хочу оставлять тебя здесь одного. Фариде, мое будущее туманно. Пусть так. В таком случае мое тоже. Прекрати. Хватит. Одна мука с тобой. Говорю, уходи. Ты будто бы оглохла. Невозможно. Ты мне надоела. Почему ты не понимаешь? Не хочу тебя видеть. С меня хватит. Куда я тебе велел, туда и поедешь. Я сыт тобой по горло. Ступай за Селимом. Немедленно! Иди же за Селимом!
Давай поскорее избавимся друг от друга. Иди! Подожди. Нам нечего ждать. Ты же все решил за меня, Кэмран. Не хотел, чтобы так вышло. И это все из-за любви. Есть девушка, Фериде. Она виновата в том, что сейчас судьба моего друга Кимрана висит на волоске. Согласись она стать моей. С тобой бы тоже ничего не случилось. Вас, Фиафенди, твоя совесть тоже не сверкает идеальной белизной. Тебя подвело тщеславие. О, борьба добра и зла. Она требует равновесия. Придется платить за свои ошибки. Грешник идет после неверующего. Тебя надо было использовать как подопытного кролика. Что такое? Ты ведь так жаждал прорыва в науке. Быстрей! Быстрей! Кэмран идет! Шевелись! Прячь его! Скорей! Прячь за занавеску! Селим, брат. Сделай еще одно доброе дело. Разумеется, что угодно. Можешь отвезти Фариде в Текердак, к тетушке Айше. Это сейчас необходимо. Со мной она в очень большой опасности. Само собой. Где вы сейчас прячетесь? Селим, если со мной что-то случится... Защити Фариде. Можешь на меня положиться. Что?
Что это? Нет, брат, не приближайся, опасно. Тебя могут покусать крысы. Ладно, в 5 часов вечера. Будь в Алан-Тепе у дороги. Я привезу туда Фарида. Удачи. Удачи. Сегодня вы уезжаете. В 5 часов вечера Селим заберет тебя у дороги. Фарида, ты мне ничего не скажешь? А Кемрани есть вести? Сперва моя награда. Говори, что знаешь. Я их выследил. И где они прячутся? Дай вдохнуть твой аромат. Они скрываются в пастушьем домике в угодьях у Абрахама Паши. Надо идти. Возьми платок. Попрощаемся. Простились уже. Фарида. Дорогая Фарида. Нужно идти. Стоять! Не двигаться! Места! Пусти! Нет! Оставь! Фарида! Мало того, что вы нарушили законы спокойствия, так еще и разыграли это представление. А ты что затеяла? Что ты затеяла, а? Это во французском пансионе тебя научили совать нос в рискованные дела. Что с рукой? Небольшая неприятность. Ах так? Знаете, впереди вас ожидают еще и не такие неприятности. Воля ваша. И что только придает вам смелости? Ее укрепляет моя правота. Я смилуюсь над вами. Разрешите, я без очереди! Мальчику плохо! Доктор! Доктор! Доктор, спасите! Скажите что-нибудь, доктор. Скажите. Болезнь эту под силу вылечить только Кямрану и больше никому. Она очень опасная.
отчима? Олах. Олах. Его можно спасти? Здесь мы ничем не можем помочь. Если бы Кямран был рядом. Но так как вы потребовали казнить Кямрана, у вашего ребенка нет надежды на спасение. Никто не захочет его лечить. Это ведь не дозволяется. К тому же, метод лечения известен одному Кямрану. Как он, учитель? Вы его осмотрели? Я его осмотрел. Ребенок ждет твоего лечения. Кади Хазрит Лири отменил свое решение. Для полного оправдания Кямрана были нужны лишь две вещи. О, сынок мой, мальчик мой. Фериде, ну наконец-то. Первое – благословение моего дяди. И второе – отказ Васфи от жалобы на Кямрана. Хвала Аллаху. Хвала Аллаху! Вот радость-то! Такое счастье! Ты была права, Наджми. Наш Кямран снова дома. Ай. И королек вернулась. Не могу поверить. Если бы ты знал, как я счастлив. Хвала Аллаху, все позади. Хвала Аллаху. Как я рад снова видеть тебя среди нас. Спасибо, друг. Счастливого праздника, дядя Сайфетин. И тебе, тетя. Ты правильно сказал, Селим, сынок. Праздник, да и только. И тебя поздравляю, Фариде. Спасибо. О, пироги. Ты только что с улицы. Пойди вымой как следует руки. А ты поухаживай. Дай Селиму чистое полотенце. Угу. Селимбей. Нажми. Я хотела бы поговорить. Нам не о чем. Вот тут ты ошибаешься. Решила навестить вас, как только услышала. Не ты единственная. Добро пожаловать. Я так за вас рада. Поздравляю. Спасибо, Нариман Ханым, что пришла.
Кэмерон, пойдем со мной. Мне нужно с тобой поговорить. Я приготовила маленький розыгрыш для вас с корольком. Это никакой не розыгрыш, а издевка. Ах, как грубо. Я устроила тебе встречу с корольком в Чамлыдже. Это правда. Ты ждешь от меня благодарности за это? Я так и не понял, зачем ты привела меня сюда? Чуточку терпения. Сейчас скажу главное. Под предлогом узнать адрес Лазара, ты взял образец моего почерка. А потом... ты грозно достал мою записку, написанную от имени Фериде. У тебя так уничтожающе горели глаза, так обжигал их огонь. Селим Бей, вспоминая этот твой взгляд, все внутри меня переворачивается. Соболезную. Соболезную себе, потому что сейчас ты поймешь, что я на самом деле чувствую. Интересно, что скажет брат, когда узнает, что ты хотел королька отравить. Кэмерон, я хочу, чтобы ты мне сказал, кто у тебя в сердце. О ком сейчас все твои мысли и мечты, сынок. Папа, не время об этом. А мне так не кажется. Сегодня одной из двух женщин придется отказаться от мыслей, связанных с тобой. Сегодня одна из них перестанет надеяться, а на палец другой ты наденешь кольцо. Сегодня мы объявим о твоих отношениях. Так больше нельзя. Не надо шутить с любовью. Если любовь безответная, нельзя обнадеживать человека. Потому что обмануть человека значит поступить со своей совестью. Извини, папа. Ты сказал две женщины. Первая – девушка, которая по душе обоим твоим родителям, кузина Фарида. Вторая – Нариман Ханым, о твоих отношениях, с которой сплетничает вся округа. На палец одной из них ты наденешь кольцо. А теперь скажи мне... кого из них ты выберешь? Фариде Кэмерон или Нариман Ханым?